Здравствуйте, с вами интернет-магазин «Президент Watches». Сегодня мы расскажем вам о часах Casio SGW500H1B. Корпус и браслет данной модели сделаны из высококачественного прочного полимерного пластика черного цвета. Застежка пластиковая, классическая. Задняя крышка металлическая с информацией о модели. Циферблат защищен плексигласом, который в силу своей эластичности очень сложно разбить. Также он легко полируется в домашних условиях. Способ отображения времени цифровой и аналоговый. На стрелке ириски нанесено светонакопительное покрытие, которое хорошо видно в темноте. Механизм часов кварцевый, точность хода плюс-минус 20 секунд в месяц. Класс водозащиты 10 атмосфер, что позволяет с этими часами плавать и нырять на небольшую глубину. Вообще часы придутся по вкусу любителям туризма, потому что здесь присутствуют режимы компаса, термометра, также режим календаря рассветов и закатов и лунный календарь. Габариты часов. Потушка до ушка, длина 49,6 мм, ширина 46,8 мм, толщина корпуса 13,6 мм, вес 51 грамм. Теперь поближе к режимам, помимо компаса с правой верхней кнопки, которая вызывается, и термометра. Есть также режим текущего времени, календарь рассветов и закатов, лунный календарь, 5 независимых будильников, а также функция звуковой индикации начала часа, секундомер, таймер, режим мирового времени, который пригодится тем, кто путешествует между разными городами, находящимися в разных часовых поясах, необходимо знать время другого города. Подробнее о режимах и о том, как их настраивать, смотрите в нашем следующем видео. Кроме того, есть еще подсветка светодиодная. Упакованы часы в фирменную коробку Casio, пластиковый бокс и картонная коробка. И в комплекте с часами идет инструкция на русском языке, также инструкция на нескольких других языках и гарантийный талон с уникальным серийным номером, условиями гарантийного обслуживания и перечнем сервисных центров в России и странах СНГ. На этом все. Спасибо за внимание.